Всем привет! Вы смотрите Телегид, ваш личный путеводитель по эфиру нашего канала. Целая коллекция потрясных лент нас ждет на этой неделе. Друзья, и как вишенка на торте, премьера нового шоу. Подробности знаю я, Анна Троян. Ты нам подходишь? Теперь эту фразу вы будете слышать чаще. На ЛРТ стартует новое ТВ-шоу. Здесь героини могут познакомиться с семьями претендентов на свидание, узнать их самые большие секреты и даже потрогать потенциальных кавалеров, но не смогут увидеть их до самого финала. Если совпадение не случится, то девушке придется решать – внешность или все остальное. Кого выберут участницы? Смотри по будням в 16:30 вечера и в 00:30 ночи. Даже не поговорить. Хитрый вы. Очень хитрый. А вы хотели поговорить? Конечно. А мне сказали, что надо танцевать. Ну, ладно. А вы уже знаете формулу любви? Нет? Тогда самое время посмотреть советскую комедию, которая нас окунет в 18 век. Граф Калиостро делает остановку в доме одного доверчивого помещика. Там он собирается разбудить любовь красавицы Маши. Но не просто, а в рамках эксперимента по выведению формулы этого сложного, бурного чувства. Что из этого выйдет, смотрите в четверг в 22:00. Сильва, бля, дорогие гости. Сильва, бля, жаво, при. Авек, плезир. Пожалуйста, ой, простите, от страха все слова поускакали. Алексис, они что, по-нашему совсем не понимают? Понравилось, видать, молодец. Хороший человек. Солонку спер. И не побрезговал. Что делать, если в вашем доме поселился родственник, недавно освободившийся из тюрьмы? Ответ на этот вопрос узнаем в завершении рабочих будней. Так вот, уголовник сделал жизнь героев невыносимой, и они совершенно случайно его убивают. К сожалению, свидетелем этой ситуации стал соседский мальчик. Логично, никто не хочет в места не столь отдаленные. И, наверное, нужно им избавиться от свидетелей. Как наши друзья выйдут из этой ситуации, увидим в пятницу в 22:00. Я его не вижу, приду. Меня в полет, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Все, нету никакого дельфина, уплыл он. Придурки. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Субботним вечером ЛРТ предлагает вам испытать глубокие эмоции. Кинолента «Лучшее во мне» – прекрасный пример того, какими могут быть настоящие чувства. Картина покажет историю двух людей, которые полюбили друг друга еще в подростковом возрасте. Но со временем ребятам пришлось расстаться, так как ранимые молодые сердца не умеют прощать глупых поступков. Что случится, когда они встретятся снова? Ведь, как известно, первая любовь остается в памяти навсегда. Увидим ее 2 ноября в 20:30. Мама считает, что ты опасна. Она права. Рано или поздно я поплачусь за сегодняшнее. И не хочу, чтобы ты была рядом со мной. Не хочу тебе навредить. Ты мне не навредишь. Если будешь со мной, то пострадаешь. Да пойми ты, неважно. Это неважно. Скажи, я тебе нравлюсь, ты любишь меня? Люблю.
Люблю. Друзья, вы хоть когда-нибудь задумывались, что вы знаете о своих соседях? Лента «Малавита» заставит вас поразмышлять на эту тему. Однажды на тихую улочку провинциального городка переехал писатель вместе со своим семейством. На этом многовековое спокойствие местных жителей закончилось. Кто бы мог представить, что на самом деле мистер Блейк – бывший глава мафии, которого власти прячут здесь от преследования? Ой, что же будет, когда бандиты выследят своего предателя? Смотрите в воскресенье в 20:30. Арахисовое масло. 20% американцев страдают ожирением. Но арахис полезен. Для обезьян. Ведут себя как дома. Я с вами согласен, они такие наглые. На этом наш выпуск подошел к концу. Полный обзор эфира нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. Подписывайтесь на нас в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий. Я, Анна Троян, желаю вам отличного настроения в этом сладком ноябре. Пока-пока!